Полторы сотни аварий с участием пьяных водителей. В них погибло 45 человек и почти 200 ранено. Печальные цифры 11 месяцев уходящего года. О том, что садиться за руль под градусом категорически нельзя, знает каждый, только выполняют не все. Сотрудники ДПС регулярно проводят профилактические мероприятия. В очередной рейд с ними отправилась и Юлия Комкина. К праздничной предновогодней иллюминации добавилась и вот такая. Сотрудники ДПС в самом сердце города начинают проверку. Время позднее, выходные. Кто-то наверняка позволил себе расслабиться. Не возбраняется. Главное в таком случае – садиться в машину только на пассажирское кресло. Мы к пьяным водителям совершенно никакого отношения не имеем. Мы порядочные, добросовестные. А это нужно проводить, потому что на дорогах творится безобразие. Экспериментально доказано, что при содержании даже 0,05% алкоголя в крови вероятность аварии увеличивается в 5 раз, а это лишь 100 граммов пива для среднестатистического человека. Во время рейда нам попадались лишь добросовестные автолюбители. Нельзя садиться пьяными за рулем. Никогда. Кстати, многие автошколы для наглядности на занятиях используют пьяные очки. В них даже собой управлять сложно, что уж о машине скажите, говорить. Вы вот за руль пьяным никогда не садились? Упаси бог, девушка, что вы. Вообще... Я и выпиваю редко. Но если пьяный за рулем, это преступление, я с этим согласен. За этот рейд, к счастью, ни одного водителя под градусом сотрудники ДПС не встретили. В целом же за выходные, увы, их набралось 20. Если вы видите человека в неадекватном состоянии, который готов сесть за руль, обязательно информируйте об этом Курскую госавтоинспекцию. Позвоните по телефонам 36 70 01, 36 70 02. Тем самым вы лично, вы можете предотвратить трагедию. Сотрудники ДПС уверяют, наказание для пьяного водителя неизбежно. Его в любом случае остановят. Но ведь самое страшное – лишиться не прав, а жизни. Юлия Комкина, Максим Леонов, телеканал «7».